Отрезанными от трассы оказались жители села Герцена Кустанайской области. В населенном пункте талыми водами смыло навесной мост и земляные насыпи, сделанные силами сельчан. Они соединяли две части села и служили переправой к трассе. О проблеме местные жители рассказали в социальных сетях, выложив фото и видео. Сейчас, чтобы попасть на единственную улицу, связывающую поселок с внешним миром, можно только на лодках. Именно так сейчас сюда доставляют провизию и медикаменты. А недавно вплавь пришлось переправлять ребенка, которому потребовалась экстренная госпитализация. У нас было около, наверное, 30-40 человек. Страховочные канаты, арканы, лодка. Переправили. Обошлось все нормально. Сейчас с мамой они находятся в больнице. Состояние ребенка нормальное. Мы к вечеру, я надеюсь, что мы дорогу уже перекроем, сделаем. Связь будет. Течение спало, уровень воды где-то больше 1,5 метра спало. В принципе, технически возможно уже, позволяет нам погода.